зовут Татьяна Минеева, и мы находимся в студии «Бизнес говорит» на площадке Московского регионального отделения «Деловой России». Сейчас у нас в гостях Никита Северинов, член Совета Московского регионального отделения «Деловой России», руководитель комитета по информационным технологиям. Здравствуй, Никита. Здравствуйте. Никита, ну, мы сегодня будем говорить про IT-стартапы, про информационные технологии, про то, что у нас нового на российском рынке, на московском рынке появляются в этой сфере. Ну и первый вопрос. Ты у нас руководитель комитета, не так давно возглавил его, но уже знаю, большая активность у тебя не только в масштабах Москвы. Расскажи, пожалуйста, что уже ты успел сделать, какую повестку ты несешь вовне? В целом, основной месседж, основной посыл заключается в том, чтобы развивать информационную область, IT-область в рамках цифровой экономики и не только в этой рамке. Вот, в частности, недавно в Молдову все ездили, там выступал по смарт-сити, умным городам. Востребована это была тема? Там была востребована, но граждане Молдовы, я бы сказал, ее в свое русло направили. Такое интересное, более детальное, практическое. Пришлось более наглядно, условно, на пальцах рассказывать, как это, что работает в Москве, опыт России в этом, вот в Молдове так вот было. После этого в Индию поехали с «Деловой России», там уже от лица всей Российской Федерации выступал по цифровой экономике. Там был президент нашей страны, насколько я знаю. Да, там был Олег Владимирович и президент Индии, премьер-министр Индии, вот, на площадке этого бизнес-саммита. И как раз основной посыл был на этом бизнес-саммите мой о том, как Российская Федерация справляется с сложностями по развитию цифровой экономики и какой опыт мы коллегам из Индии могли бы передать. А у меня есть такая информация, что в 2018 году снизилось количество корпоративных инвестиций в IT-разработки, в IT-стартапы, но при этом сделки увеличились. Вот как ты можешь оценить вообще этот рынок, перспективен ли он, или все-таки у нас какая-то стагнация есть тоже здесь? Стагнация есть, только, я бы сказал, не такая существенная. В принципе, сейчас больше преобладают частные инвестиции, чем корпоративные инвестиции, потому что частные инвесторы, они более, как сказать, подстраиваются под развитие стартапа. Это речь идет о бизнес-ангелах, о каких-то венчурных компаниях. Объясни нашим телерадиослушателям, чтобы было понятно, не все это понимают разницу между корпоративными и частными. Значит, к корпоративным больше всего относятся венчурные фонды, инвестиционные фонды. Вот там, к примеру, можно сказать, ну, около примера, это Free фонд. Вот. Но в чем отличие частного инвестора от венчурного инвестора в том, что венчурному инвестору важна капитализация. То есть в этом самое главное отличие идет. Потому что когда группа IT-разработчиков, там, идеологов хотят что-то развить, идею создать, да, и обращаются к венчурному инвестору, то, скорее всего, ему будет не важна прибыль компании, а будет важна капитализация. И в этом есть существенный минус. Но рынок российский по инвестициям от американского в разы отличается. В американском намного проще на зарубежном рынке играть с этими фондами, чем в России. Поэтому очень много наших российских венчурных инвесторов вкладываются не в российские стартапы, а в американские примеры. Да, все верно. И дело в идеологии, в мышлении в самом. Вот. А частный инвестор, это вот, например, приходит человек и дает определенные деньги на развитие, но в чем идет стагнация? В том, что у нас в России почему-то люди, когда считают деньги, сколько им нужно, они не закладывают, они в большей степени не закладывают как бы деньги на развитие, а они только закладывают деньги на разработку. В этом и проблема российского рынка. То есть, и думают, что все само как-то должно, конечно, да, развиться. И получается так, что люди тратят деньги, они разрабатывают, тратят деньги, все замечательно, а потом начинается момент, когда нужны деньги на развитие, а их нет. Все деньги съели на разработку. И у нас вот это вот в России такая сплошная тенденция, везде она. Вот. Сложный вопрос, околополитический, но я не могу его не задать. Как антироссийские санкции влияют на вот рынок IT-стартапов в России? Скажу, наверное, не за всех, но за большую часть населения, то, что антироссийские санкции,
они, наоборот, подстегивают к развитию IT-компаний внутри российской экономики. То есть у нас рынок сразу как бы вознесся, да, если смотреть до 2014 года, после 2014 года, когда эта вся динамика пошла по санкциям, то IT-отрасль стала как бы в большей степени ориентирована на российский сектор. И это радует, развивается вот это вот импортозамещение, вот это вот все. Оно же не только в еде и в промышленности, и в производстве, но и вот как раз в IT-отрасли. Конечно же, определенных компаний, крупных игроков это затронуло в том плане, что у них мощности на англоязычных площадках, англоязычные мощности, да, зарубежные мощности, сервера, там, компьютеры, это все как бы есть свой ценз в этом. Вот. Но в большей степени IT-бизнес, он как бы остался в своей динамике, если не увеличил эту динамику. Конечно же, те IT-компании, которые работают с зарубежными игроками, тут, конечно, доллар вознесся, да? И те IT-компании в России, которые работают с зарубежными игроками, либо они получают в два раза больше за счет увеличения доллара, либо американские коллеги постепенно начинают разрывать отношения с российскими компаниями из-за санкций. Ну, это, как мы видим, как мы анализировали этот рынок, то, что это в меньшей степени происходит, разрыв отношений, потому что всем интересно работать с нашими разработчиками этих компаний. Поэтому, в принципе, санкции подстегнули эту отрасль, нашу отрасль в развитии в России очень-очень хорошо. Во всех ли отраслях экономики востребованы IT-продукты? Может быть, ты назовешь какие-то примеры? Может быть, твоя компания разработала что-то такое, там, технологию, либо какой-то стартап, что улучшило и сделало бизнес более рентабельным там, в других секторах экономики? Вот прям конкретные примеры, да. Кейсы. Отлично. Просто, Татьяна, да, очень такой позитивный. Если про первую часть вопроса обсуждать, то IT, область IT, сейчас применяется абсолютно в любой области. То есть IT-решения сейчас есть везде. CRM-системы, ERP-системы, системы по видеонаблюдению, анализу данных, тот же дата-майнинг, вот это все вещи, которые в России не так сильно развиваются, но развиваются. Они, в принципе, везде есть. Да? Сейчас ни одна компания, ни один сектор экономики в России не как бы полностью не, как сказать, не уходит в сторону, да, от IT. То есть все идут в IT. Цифровая экономика, мы все идем в цифру, это понятно. И как раз вот Дмитрий Анатольевич Медведев в 2017 году принял программу по цифровой экономике, где абсолютно все сферы деятельности затронуты в перевод в цифру. Это образование, госуправление, да, цифровое государство, здравоохранение. Ну и что-то мы действительно уже видим. Да. Конечно. И, например, если говорить о нас, о компании UDC Cloud, нашей компании, мы разработали вот такое вот универсальное, вот если про кейс говорить, универсальную платформу облачную, которая имеет в себе множество модулей. Какая сейчас основная проблема идет? В том, что каждый бизнес, каждый, например, ресторан, кафе, заведение какое-либо, мероприятие, оно думает, что вот нужен сайт, нужно мобильное приложение. Если вы заметили, то что сайты практически есть у всех. И все хотят сделать мобильное приложение. Это вот новый тренд – сделать мобильное приложение. Сейчас, вообще, если взять объем рынка мобильных приложений, это 6 миллионов штук. Я не думаю, что человек в состоянии даже 1% охватить. Да, это у нас не хватит страниц на наших смартфонах. Все верно, да, и памяти, и страниц, и, наверное, незачем это было. И неудобно. И неудобно. И самое интересное в том, что чем больше приложений этот объем рынка идет, то вот это, да, 6 миллионов и выше, 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 тем сложнее вот интересное приложение продвигать. А какая главная сложность? Это деньги. Сейчас, сейчас стоимость привлечения активного человек в приложении стоит порядка 60-70-80 рублей. Раньше она была, несколько лет назад, примерно 15-20 рублей. Видим разницу, почти в 3-4 раза превысилась. И поэтому, если у вас классная идея и у вас нет денег, об этой идее никто не узнает. Вот это текущие реалии таковы. Новость прошла про виртуальные визитки, карточки, которые начали выдавать банки наши. Как вообще это выглядит? Это не фейковая какая-то информация? Это действительно так? Это не фейковая информация. Предпосылка была такова, что людям уже не интересны вот эти карточки. Брать их с собой, эти кошельки, наши кошельки, они уже все переполнены карточками.
это уже прошлый век, механизм самой работы с клиентом, да, и вот это дебетовая карта, кредитки и прочее. И, соответственно, банк подстраивается и выпускает виртуальную карточку. Это, по сути, та же дебетовая карточка, только у вас ее нет физически. Вы пользуетесь номером, CVV-кодом, специально защищенным кодом. Вы покупаете покупки различные в магазинах и прочее, ну, в интернет-магазинах. Вот. А сейчас обсуждается лишь технологическая возможность, чтобы виртуальная карточка у вас была уже в Apple Pay, в Google Pay. Да? И до этого дойдем, но сейчас уже можно при помощи виртуальной карточки, не буду называть игроков, но это почти все современные банки крупные, да? Они уже эту возможность предоставляют, и можно это все использовать, покупать. Это нормальная тенденция, не нужно этого бояться. Вот. Раньше люди боялись вообще, что карточку там украдут, там это прочее, все вот это. Сейчас это уже, как бы, вот это вот, когда я рассказывал чуть позднее о том, что социум должен прийти. Вот социум пришел, потому что да, это удобно. То есть, да, уже пенсионеры. Да, конечно, да, с телефонами, там, вот карточка, там, Apple Pay, да, вот это. Палец там по Face ID и прочее. Это классные вещи. И виртуальная карточка — это лишь только предтеча настоящему, как бы, технологическому буму, взрыву в этой области. Поэтому к этому надо нормально относиться. Это не фейк, это, как бы, правда жизни, что к этому мы идем. Вот, что с собой ничего не нужно брать. Вот только, условно, пока телефон. Но опять же, в последующем и телефон. Супер. Никит, ну ты нам сегодня рассказал очень подробно про конкретные IT-решения и технологии, и то, что ты делаешь, и то, какие действительно направления будут развиваться в области IT. Вот, может быть, пару рекомендаций тем, кто смотрит в эту сторону, кто готов инвестировать, готов получать прибыль. Вот, какие там первые три шага, либо куда лучше вкладываться вот таким венчурным инвесторам? Инвесторам нужно вкладываться сейчас не в идею, это первое. То есть те, кто приходит к вам с идеей, если мы говорим вообще о любых инвесторах, то лучше сейчас уже вкладываться в проекты, которые уже существуют, даже которые уже имеют стадию прототипа, но не в идею. Это вот и мой посыл для инвесторов, и мой посыл для тех, кто пытается что-то сделать сейчас. То есть максимально такой... проработать, конечно, чтобы было... Вот. Было уже, что можно пощупать. Увидеть. Сейчас такая стадия, то, что идея, по сути, сейчас ничего не стоит. Стоит реализация, потому что, чтобы реализовать идею, нужны огромные ресурсы. Физические, там, биологические, прочее, и финансовые. Вот поэтому первый самый шаг – это обращать внимание на прототипы и на то, что уже есть, и то, что, как бы, преобладает вот, в отрасли IT, в цифровой экономике. И лучше, если мы говорим про Россию, мы говорим про Россию. Да, то лучше, наверное, обратить внимание на те проекты, которые работают в цифровой экономике. Потому что, как вы знаете, все, что не поддерживается государством, развиваться не будет. Это уже имеет потребителя, да, и поддержку, да. Отлично. А что ты посоветуешь разработчикам? То есть вот какие ошибки они допускают? Ты говорил о том, что они не прописывают, не закладывают действительно расходы на развитие. То есть вот важно, упаковка, да. Это не так важно, как, конечно, дальше уже шаги, да? Конечно, да. Поэтому важно сначала обращать внимание разработчикам на то, как вы будете это продавать. Ну, то есть, потому что вам ведь жить на что-то нужно будет. Все мы понимаем, что классная идея, замечательная просто. Супер проблемы решает. Но если вы не сможете обеспечивать хотя бы выход на ноль, то есть вот окупаемость, точку окупаемости, да, чтобы ваши зарплату платить людям и прочее, кто будет поддерживать проект, то смысла реализовывать нет. Потому что если вы это не видите, важно цель ставить для себя, что как вы будете продавать, через какие каналы. В идеале сейчас это найти там пару клиентов, которые бы, да, сказали, это интересно, и вместе с ними развивать, и они станут вашими, как бы, самыми первыми клиентами. И как только вы получаете первые деньги, вы понимаете, как эту динамику выстроить на, или просто масштабировать на весь рынок. Спасибо большое, Никита. Вот на этой оптимистической ноте мы закончим наше сегодняшнее интервью.